Всем привет, меня зовут Яна, добро пожаловать на наш канал. Для тех, кто смотрит нас впервые, или для тех, кто пропустил предыдущее видео с информацией SAC, я повторюсь, что наша компания будет ехать на выездную сессию провинции Нью-Брансвика, которая будет проходить в Киеве в конце ноября этого года. Наша компания – это компания Group Savoie. Компания занимается деревообработкой, и они будут нанимать людей в цех, где делают палеты, то есть это тяжелая физическая работа, подразумевающая в основном это тяжелый труд, то есть это передвигать доски, по большому счету. То есть те, кто уже нас смотрел, знают, что мы сюда приехали по иммиграционной программе. То есть мы получили рабочую визу, ехали по рабочей визе, но нас сразу же, то есть еще до того, как мы приехали в Канаду, уже начали рассматривать именно как на вид на жительство, то есть мы подались сразу. Естественно, с помощью компании и с помощью провинции. Дело в том, что сейчас, к сожалению, это изменилось, то есть это из неприятных новостей. Наша компания уже не будет сразу помогать в эмиграции. Они будут нанимать людей непосредственно как работников изначально. То есть это будет job offer с LMA, то есть компания готова заплатить за LMA и привести вас сюда. Если в дальнейшем вы хорошо себя покажете, то есть будете хорошо работать, хорошо вольетесь в комьюнити, то есть и если вы будете хорошо, наверное, это мое личное мнение, но если вы будете показывать интерес к изучению французского языка, который является основным в нашем городке, то у вас есть отличный шанс получить все-таки желанный вид на жительство. Но это уже, естественно, будет на усмотрение компании, поэтому есть, конечно же, свои риски. Ну и все, естественно, зависит от вас. То есть, если вы очень хорошо себя проявите, вас могут, в принципе, и быстро достаточно поддержать в этой инициативе. Либо компания может выжидать и год, и больше. То есть, это уже непредсказуемый, наверное, фактор. Но, тем не менее, это все равно шанс попасть в Канаду. То есть, смотрите сами, то есть, как вам это подходит или не подходит. Вторая новость положительная. Мы и все люди, которые вот тоже сейчас вот приезжают уже сюда, столкнулись с проблемой поиска жилья. То есть дело в том, что здесь очень маленький выбор жилья, и жилье не всегда соответствует желаниям и ожиданиям. Компания наша обеспокоена этой проблемой, и сейчас они стараются ее решить. Я вот буквально недавно узнала, что компания скупает дома, и они будут переделывать эти дома под квартиры и сдавать. И, естественно, они сделают какой-то небольшой ремонт, чтобы вам было приятно жить. Это из положительных новостей. На этом пока все. Спасибо всем за внимание и до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Буду делиться с вами новостями. Все, пока-пока.